Почему? Незаконно ваше действие. В каком смысле я незаконно? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, что ваши действия незаконны? На каком основании? Вы не... На каком законе? Телевизор, читаю газетки, все, я очень возмущена тем, что невинных людей арестовывают, а которые разбазаривают все состояние нашего государства, который бывший аким и ныне действующий аким, они все состояния там все оборовывают государство. Фотографируй его. А что это вы нас фотографируете? И ему не разрешает передавать передачи. В чем проблема на? Вот в курсе, наверное, что сидит Владимир Иванович Козлов. Так. Ему не дают разрешить передавать передачи. А где он сидит? Он сидит в Алматы. Причем тут Западно-Казахстанская область? Ну мы как лидеры партии Алга требуем, чтобы хотя бы на местах, в регионах тоже отреагировали и посодействовали СИЗО ДКНБ Алматы. Каким образом? Ну как? Где вот гражданские? Вы же пришли сюда что-то требовать. Да. Я вам объясняю, что Владимир Козлов где находится? В СИЗО города Алматы. Какое отношение имеет территория Западно-Казахстанской? В Алматы я вышел сюда. Вам запрещают выехать в Алмату? Нет. Ну я а в чем тогда проблема? Сама у вас есть разрешение, санкции на проведение? Вы согласовали с Акиматом? Вы же знаете, что я просила пикет, но мне не разрешили, поэтому я вышла на одиночный. Ну вот тогда, если вам не разрешили, понимаете, вы нарушаете на закон. На одиночный пикет разрешение я вам просто разъясняю еще раз закон. Вы сейчас нарушаете...